«Утро нового дня». Программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте! Сегодня среда, 28 декабря. У микрофона Алексей Сорокин. Открывает утреннюю программу «Исторический хронограф». Исторический хронограф. Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 28 декабря, отмечается Международный день кино. В 1895 году французские фабриканты и изобретатели Агюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими съемочно-проекционный аппарат «Синематограф». В парижском Гран-кафе на бульваре Капуцинок Люмьеры устроили первый в истории публичный просмотр короткометражных фильмов. Среди них была дошедшая до наших дней документальная лента «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьотта». Также 28 декабря 1895 года немецкий физик Рентген впервые объявил об открытии рентгеновских лучей. А 28 декабря 1905 года объявлено об образовании Сочинской республики. Образованию Сочинской республики предшествовало восстание в нынешних Центральном и Хостинском районах. Столкновения происходили между социал-демократами и войсками царского правительства. Просуществовала республика до 5 января 1906 года. 28 декабря 1908 года на острове Сицилия произошло крупное землетрясение. Главной жертвой природного катаклизма стал цветущий город Мессина. Подземные толчки, сила которых превышала 7 баллов по шкале Рихтера, унесли жизни более 75 тысяч человек. А вызванная землетрясением волна цунами высотой 10 метров довершила разрушение города. И здесь уместно вспомнить о том, что тысячам пострадавших от землетрясения и наводнения решающую помощь оказали моряки российского военно-морского флота. Группа наших кораблей в те дни находилась на учениях в Средиземном море. И российские моряки первыми пришли в Мессину и помогли несчастным, пострадавшим от землетрясения и цунами. 28 декабря 1972 года в Казахстанской Советской Союзной Республике введен в действие высокогорный каток Медео. Свое название он получил по месту прописки. Расположен каток в горной долине Медео неподалеку от Алма-Аты. Сегодня каток является государственным памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения. 28 декабря 1979 года в Москве вступил в строй Олимпийский велотрек в Крылатском. Это уникальное сооружение стало самым большим в мире олимпийским велодромом. Напоминающая гигантскую бабочку, постройка отличается весьма изобретательным конструктивным решением. 28 декабря 1985 года был подписан акт о приемке в эксплуатацию пускового комплекса Новосибирского метрополитена. Эта подземка стала четвертой в России и первым и пока единственным метрополитеном в Сибири. 28 декабря 1999 года в Ульяновске открылся музей городского быта «Симбирск» конца 19-го – начала 20 века. Музей входит в состав Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина Ленина». Размещается в одном из флигелей бывшей усадьбы священника Симбирского Троицкого собора Ивана Анаксагорова на улице Ленина в доме номер 90. Специальный репортаж. Вопросы содержания дворовых территорий и внутренних помещений многоквартирных домов обсудили на заседании штаба по развитию региона под руководством губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Больше всего жалоб на неубранные дворы после снегопадов поступило от жителей Ульяновска и Димитровграда.
как доложил руководитель агентства государственного строительного и жилищного надзора, главный жилищный инспектор Ульяновской области Александр Карлин, согласно законодательно утвержденному нормативу, уборка дорожек и тротуаров должна проводиться один раз в сутки, а при снегопадах – 8 раз. Также в области проводят мониторинг работы управляющих компаний и принимают меры в отношении тех, кто не справляется со своими обязанностями. На территории Ульяновской области расположено 7669 многоквартирных домов под управлением 160 управляющих компаний, 433 товарищества собственников жилья и кооперативов. 1326 многоквартирных домов находятся на непосредственном управлении. В исполнении поручения губернатора Алексея Юрьевича Русских и в целях надлежащего содержания придомовых территорий в периоды обильных снегопадов агентством выполняются следующие мероприятия. В рамках утвержденных заданий специалистами агентства осуществляются профилактические выездные мероприятия, в рамках которых проводится осмотр дворовых территорий и общественных пространств. В ходе осмотра выявленные замечания передаются исполнителям. Всего за этот период до сегодняшнего числа совершено 21 выезд. Это посетили город Ульяновск, город Дмитровград, Чудаклинский район, Теренгульский район, Майнский район, Кузоватовский район и Меликетский район. Также в исполнении поручения губернатора Алексея Юрьевича Русских дважды уже проводятся совещания в неделю с муниципальными образованиями и управляющими компаниями Ульяновской области в режиме ВКС, а также выездные кустовые совещания. Всего проведено на сегодняшний день 12 совещаний. Планируется еще 2 кустовых совещания с управляющими компаниями. С 18 ноября 2022 года в агентстве работает горячая линия, в том числе в выходные и праздничные дни. За период с начала работы данной горячей линии агентством принято и обработано более 160 звонков. Преимущественно обращения поступают от жителей города Ульяновска и Дмитровграда. В рамках механизма работы с муниципальными образованиями в агентство на постоянной основе поступают материалы по необработанным дворовым территориям, это города Ульяновска и Дмитровграда. Всего получено порядка 38 материалов. Предостережения по непроведению уборки наледи и отсутствию обработки тротуаров песко-соляной смесью направлено по 37 управляющим компаниям. Это порядка 132 многоквартирных домов. По результатам работы штаба города Ульяновска, по прохождению отопительного сезона агентством в отношении 15 управляющих компаний подготовлены материалы для проведения контрольно-надзорных мероприятий и запрошены пояснения от управляющих компаний. После получения пояснений материалы будут направлены в прокуратуру Ульяновской области для согласования проведения проверок. Также хотелось бы напомнить на сегодняшний день всем управляющим компаниям, и в том числе и муниципальным образованиям, и отметить, что законодательно предусмотрен норматив проведения уборочных работ в зимний период для общественных пространств и придомовых территорий. Эти работы предусматривают следующую периодичность. При отсутствии снегопада очистка территории производится ежедневно по утрам. При снегопадах до 8 раз в сутки. При толщине снежного покрова до 20 мм производится его смет. При толщине снежного покрова выше 20 мм производится его сгребание и удаление наледи. Каждые 2 часа подметаются дорожки, по которым в течение часа проходит до 100 пешеходов. Каждые 3 часа подметаются дорожки, по которым в течение часа проходит до 50 пешеходов. Каждый час подметаются дорожки, по которым в течение часа проходит более 100 пешеходов. Непрерывно проводится расчистка дорожек шириной 3 метра для пешеходов при сильном снегопаде. Устранение последствий снегопада на придомовой территории необходимо проводить в течение 6 часов после того, как он закончился. Губернатор Алексей Русских настойчиво потребовал ужесточить проверки в отношении управляющих компаний, на работу которых поступают жалобы от жителей. По его словам, в подъездах многих домов грязные лестницы и окна, во дворах не горят фонари, а тротуары не чистят от снега и льда. В
Все нарушители должны быть строго наказаны. Не устраивает меня, как они работают. Наледи никто не обрабатывает. Алексей Юрьевич, занимайтесь этими вопросами активнее. Вплотную. Но у нас на сегодняшний день, вы знаете, Госдумой принят закон и продлили мораторий до июня месяца, поэтому у нас профилактические мероприятия. Не надо мораторием покрываться. В рамках подготовки к зимнему периоду все дома должны были быть обследованы. На предмет чистоты в подъездах элементарно. Окна никто не моет, фонари не горят, лестничные клетки грязные. Это минимум два раза в год необходимо это все делать. Принял. Почему в подъездах бардак? Я вот сам захожу периодически к ветеранам. Ну, ужас, что творится. Так что мораториями тут не надо прикрываться. Надо серьезнее работать. Деньги собирают они, жители собирают. Пусть будут, дабы поддерживать порядок и выполнять все работы, которые должны выполнять согласно регламентам. Также по поручению временно исполняющего обязанности главы Ульяновска Дмитрия Зверева был разработан план оптимизации с учетом оперативно поступающих обращений по обработке тротуаров и пешеходных зон. Техники и специалистов для того, чтобы в короткие сроки устранять последствия непогоды, пока что недостаточно. Поэтому для очистки и посыпки тротуаров, школьных маршрутов и подходов к социальным объектам направляются дополнительные ресурсы. На территории города Ульяновска расположено 4248 многоквартирных домов, из которых 2866 МКД находятся на обслуживании 103 управляющих компаний, 432 в ЖСК ТСЖ и 950 в непосредственном управлении. У нас с 18 ноября в ежедневном режиме создана комиссия на базе управления ЖКХ квартальными уполномоченными, а также специалистами службы 05 осуществляются контрольные мероприятия в отношении содержания придомовых территорий. Всего на сегодняшний момент в результате обследования дворовых территорий составлено было 1222 акта о недостатках работ 48 управляющих компаний. По фактам выявленных нарушений информация о недостатках работ направляется управлением ЖКХ в агентство государственного строительного надзора. Также мы информируем прокуратуру. Стоит отметить, что нами выделено наиболее злостные нарушения 15 управляющих компаний. Все необходимые материалы мы направили в агентство и в прокуратуру. Соответственно, свои мероприятия мы в ежедневном режиме проводим и ежедневно налажен взаимодействие с агентством, направляем им все материалы. В ближайшее время планируется провести проверку содержания прилегающих территорий организаций, где нарушения носят систематический характер. А за работой управляющих компаний теперь станут наблюдать еще пристальнее. Утро нового дня. Программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». Радио России Ульяновск. Спорт. На всероссийских соревнованиях по биатлону в Екатеринбурге две ульяновские спортсменки вошли в тройку сильнейших на дистанции 7,5 километров. Второе место Дарья Катербузова и третье место Анна Батманова. Также биатлонисты завоевали серебряные медали в эстафете 3 на 6 километров на всероссийских соревнованиях в городе Чайковский. На всероссийских соревнованиях по дзюдо на призы олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева в Санкт-Петербурге представительница региона Диана Алимова завоевала бронзу. На всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике в Саранске ульяновские гимнасты Ольга Борисова и Марат Шайдулов завоевали 2 серебра. В Казани прошли всероссийские соревнования «Золотая искра». Итоги. Второе место – Ранис Хусаинов. Третье место – Антон Котовский, Полина Диченко и Дарья Полуэктова. Всероссийские соревнования по конькобежному спорту памяти заслуженного мастера спорта Татьяны Авериной принесли ульяновцам 4 медали. Первое место – Артем Сиськов. Второе место – Олеся Ефремова и Аркадий Серов. 24 декабря в Самаре прошел вечер профессионального бокса. Влад Хатенов провел 4 раунда и одержал победу. В городе Туймазы прошел всероссийский турнир по кикбоксингу. В нем приняли участие более 500 спортсменов из 22 регионов России. Соревнования проводились по всем дисциплинам кикбоксинга.
Ульяновские бойцы показали отличные результаты и завоевали 25 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых медалей, а также заняли первое командное место по итогам соревнований. В Астане в международном турнире «Казахстан Open» по кёкушинкай-кан-карате среди мужчин и женщин Дарья Алексеева заняла 3-е место. Ульяновец Никита Егоров стал бронзовым призером всероссийских соревнований на призы олимпийской чемпионки Ирины Приваловой в беге на 600 метров с результатом 1,17 секунды, тем самым установив рекорд Ульяновской области. В физкультурно-оздоровительном центре «Триумф» прошли соревнования по гандболу, где юноши и девушки боролись не только за призовые места, но и за призы от Деда Мороза. Вся команда показали хорошую, слаженную командную игру. Победителями среди юношей стала команда «Спартак» из Инзы, а среди девушек уверенную победу одержала команда «Лада», рабочий поселок Корсун. Без сладкого приза не осталась ни одна команда. Чемпион мира, заслуженный тренер России по хоккею с мячом Анатолий Рушкин совместно с Общественным советом управления внутренних дел Ульяновской области открыл очередной сезон хоккея в Астрадамовской средней школе. Первыми соревнованиями хоккейной зимы стал дружеский турнир. В нем приняли участие юноши 8-10 классов. Команде-победителю и лучшим игрокам турнира были вручены кубок, игровые футболки хоккейного клуба «Волга» и клюшки. Вратарям подарили книги об известных хоккеистах и игровые шлемы. А самых активных болельщиков именитый гость поощрил памятными подарками – хоккейными мячами, скакалками и лыжными шапочками. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Факел» среди воспитанников детско-юношеской спортивной школы Новомалыклинского района прошел турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти учителя физической культуры Сергея Нуяндина. 27 декабря в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» состоялся открытый кубок города Ульяновска по смешанному единоборству. Турнир является традиционным и проводится в Ульяновске с 2019 года. 120 спортсменов от 12 лет и старше из Ульяновской и Ульяновской области, а также из Самары, боролись на ринге за звание лучших. Гостями соревнований стали кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира Владимир Минеев и начальник городского управления спорта Николай Скобелин. С 24 по 25 декабря прошло первенство Ульяновской области по баскетболу среди юниоров 2005 года рождения. Итоги. Первое место – спортивная школа номер 1 «Симбирские орлы», город Ульяновск. Второе место – спортивная школа Ульяновского училища техникума Олимпийского резерва, город Ульяновск. Третье место – спортивная школа Ульяновского училища техникума Олимпийского резерва, город Ульяновск. Лучший игрок – MVP – Алексей Кузнецов, команда «Симбирские орлы». Лучший снайпер – Алексей Иванов, Ульяновское училище Олимпийского резерва. Команде Ульяновского техникума железнодорожного транспорта от Федерации баскетбола для сбалансированного тренировочного процесса были вручены баскетбольные мячи. А Федерация баскетбола Ульяновской области выражает благодарность за проведение турнира главному судье Виктору Политавину, также судьям и секретарям, обслуживающим данные соревнования. Отдельную благодарность выражают Татьяне Швецовой и Андрею Казанцеву за предоставленную возможность проведения данного соревнования. Наш край – Ульяновская область. В Ульяновске есть несколько памятников Ивану Александровичу Гончарову. Находятся они в исторической части города. Так, памятник-бюст расположен рядом с ансамблем, объединяющим старое здание Ульяновской областной научной библиотеки и факультет иностранных языков Ульяновского государственного педагогического университета. А памятник, связанный с увековечением памяти великого русского писателя, находится в сквере на пересечении улиц Гончарова и Ленина. Это самый центр города.
Добраться до достопримечательностей можно на общественном транспорте, доехав в первом случае до остановки «Драматический театр», а во втором – до остановки «Дом Гончарова», либо на такси. Еще один памятник установлен в Димитровграде, в сквере на пересечении улиц Гончарова и проспекта Димитрова. Продолжит младший научный сотрудник сектора культурно-просветительской деятельности и проектов историко-мемориального центра музея имени Гончарова Лейсан Феркалиева. Памятник Ивана Александровича Гончарова работы Афанасия Васильевича Ветрова был установлен 12 сентября 1948 года, год 300-летия Симбирско-Ульяновска, у здания Ульяновской государственной областной научной библиотеки имени Владимира Ильича Ленина. Ранее на этом месте находился бюст-памятник Петру Аркадьевичу Столыпину, работы итальянского скульптора Этри Ксименеса. Бюст был установлен на пьедестале из красного гранита и обращен на Соборную площадь. На доске постамента было начертано «Столыпину, Симбирская губерния». В марте 1917 года памятник был снесен, а затем сброшен в Волгу. Пьедестал памятника сохранился до 1948 года. Тогда же на нем был установлен бюст Ивана Александровича Гончарова. Бюст Ивана Александровича высотой 70 см отлит на Мытищинском заводе художественного литья. Установлен он на необработанной глыбе красного гранита. Под бюстом бронзовая дощечка с надписью в две строки «Гончаров Иван Александрович. Ниже годы жизни. 1812-1891». В апреле 1986 года памятник бюст Ивана Александровича Гончарова был перенесен от здания областной научной библиотеки к зданию Краеведческого музея. В ходе работы по переносу памятника с бюста механической чисткой была удалена искусственная патина. В 1989 году памятник был возвращен на прежнее место к Ульяновской областной научной библиотеке имени Владимира Ильича Ленина, что было очень символично, ведь именно в этой библиотеке и поныне хранится собрание книг и журналов, подаренных Иваном Александровичем Симбирску. В июне 1965 года в родном городе писателя на углу улиц Гончарова и Ленина, напротив дома, в котором родился Иван Александрович, появился еще один памятник романисту. Автор его – Лев Моисеевич Писаревский. Памятник открыт во знаменование 153-й годовщины со дня рождения писателя. Сквер, в котором стоит памятник, стали называть Гончаровским. Сквер и памятник располагаются на месте разрушенного в середине 1930-х годов Спасо-Вознесенского собора, в котором Иван Александрович был крещен. Памятник общей высотой более 4 метров представляет собой бронзовую скульптуру писателя, облаченного в расстегнутый длиннополый сюртук, сидящего в кресле с низкой спинкой и делающего записи в тетради, положенной на подлокотник. Скульптура установлена на постаменте из красного гранита. В верхней части лицевой грани постамента вырезана надпись «Иван Гончаров», представляющая собой увеличенные факсимили подписи писателя. Интересный факт, что на месте будущего памятника ранее находилась скульптурная группа из бетона, изображающая юных пионеров, так как именно в этом сквере вскоре после сноса храма принимали школьников-пионеры. В Димитровграде на пересечении улицы Гончарова и проспекта Димитрова также был открыт памятник Ивану Александровичу Гончарову, представляющий собой фигуру писателя, сидящего в кресле, в халате и тапочках. Автор памятника – молодой, талантливый московский скульптор Игорь Леонидович Замедянский, выпускник Московского государственного художественного института имени Василия Ивановича Сурикова. Скульптура Ивана Гончарова стала его дипломной работой. Скульптура создавалась под руководством его учителя, известного российского скульптора, педагога Льва Ефимовича Кербеля. Ее высоко оценила комиссия, которую возглавлял Александр Кибальников, автор памятника Владимиру Маяковскому в Москве.
Хибальников похвалил работу начинающего автора одной фразой: «Появился хороший русский скульптор». Позже дипломную скульптуру Игоря Замедянского приобрело для Ульяновского областного краеведческого музея Министерство культуры СССР. 22 августа 2003 года памятник писателю был открыт в Димитровграде на пересечении улицы Гончарова и проспекта Димитрова. И полезно. С вами Наталья Кузьна и региональный центр общественного здоровья. До наступления Нового года осталось совсем ничего. Заветная новогодняя ночь совсем близко. Ах, как же это чудесно в кругу семьи, друзей и близких посидеть за праздничным столом, обменяться подарками, пожелать друг другу счастья и здоровья, и еще раз здоровья. Ведь здоровья много не бывает. Главное – не потерять в новогоднюю ночь, да-да, голову от количества выпитого алкоголя. И голову, и здоровье. Ведь медики утверждают, что безопасной дозы алкоголя не существует. Не забывайте про золотое правило. Первая рюмка – во здоровье. Вторая – во радость. Третья рюмка – во веселье. А вот четвертый уже в похмелье. Этанол или этиловый спирт – это главный компонент любого алкоголя. Самое разрушительное действие на организм оказывает ацетальдегид. Он опасен и токсичен для печени, мозга, для крови и иммунитета. Вот от чего нас предостерегает врач Лилия Кириллина. Действие этанола на иммунную систему способствует повышению восприимчивости к бактериальным и вирусным инфекциям, развитию хронических вирусных заболеваний. Кроме того, было обнаружено, что у людей, злоупотребляющих алкоголем, после проведения любой вакцинации, вероятно, понижена выработка антител. В период пандемии коронавируса появилось множество слухов, и одним из них стал миф о том, что заражение можно предотвратить при помощи алкоголя. Но это, конечно, не так. Алкоголь не повышает иммунитет. Даже наоборот, снижает его. Употребление спиртных напитков специалисты связывают с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья. Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях. Кроме того, алкоголь может привести к лишнему весу. Во-первых, алкогольные напитки имеют высокую энергетическую ценность. И самые калорийные – это сладкие ликеры. В них содержится примерно 327 килокалорий на 100 грамм. Также высокой калорийностью обладает виски и коньяк. Удивительно, но вот калорийность пива, о котором все подразумевают, думают и знают, на самом деле очень низкая. Всего 43 килокалории на 100 грамм, но пиво потребляют, увы, не рюмками. Во-вторых, важно помнить, что прием алкогольных напитков стимулирует аппетит и снижает самоконтроль. Хочется жирной и очень калорийной пищи. И это сразу приводит к росту потребляемых калорий и, опять же, приводит к лишнему весу. В-третьих, усвоение спирта происходит по-особому. Этанол – это яд для организма, и он стремится избавиться от спирта и переработать его в печени как можно быстрее. Организм будет использовать спирт в качестве приоритетного источника энергии. В этот период использование в качестве энергии других веществ прекращается, и они откладываются в жировой запас. От потребления алкоголя страдает не только фигура. Уже доказано, что избыток алкоголя негативно влияет на головной мозг, печень, сердце, нервную систему, на все органы пищеварительной системы. Злоупотребление алкоголем мешает усваивать полезные вещества, а также может привести к обезвоживанию организма. Конечно, каждый решает сам, но
Всемирная организация здравоохранения и Роспотребнадзор рекомендуют ограничить алкоголь как минимум до 20 граммов спиртового эквивалента в день, а лучше вообще отказаться от спиртных напитков. Но фужер шампанского в новогоднюю ночь, конечно, никому не повредит. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без нравоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Качаться на качеле или на качелях? Как говорить правильно? Кажется, что мы привыкли говорить «качели» просто потому, что на детской площадке их обычно много или хотя бы несколько. А если там всего одна штука – это качель? Так вообще говорят? Правильно – качаться на качелях. Как брюки, ножницы, санки или дрожжи – качели – существительное, у которого в современном русском языке нет формы единственного числа. И даже если речь идет об одноместной дощечке, которую на двух веревках подвесили крепкой ветке большого дерева, то это все равно качели, а не качель. Форма качель устаревшая, вышедшая из употребления. Она встречается, например, в словаре Академии Российской, который выходил в конце XVIII века. И вот любопытный пример из архивных бумаг Петра I. Там можно найти: ремни большие, обшиты бархатом червчатым, государю-царевичу на качель. Червчатый, кстати, здесь красный, багровый. «Садись на качель, покачайся на качели, не лезь на качели, упадешь». Это все примеры ошибочного, откровенно просторечного словоупотребления. Современная литературная норма одна – качели. Качель может появляться в письменной речи лишь как средство воссоздания языкового колорита определенной исторической эпохи. Или опять же, как речевая характеристика неграмотного человека. Но мы-то с вами не такие, поэтому только качели. Этот день в истории музыки. В этот день появились на свет композитор Олег Каравайчук, который написал музыку к фильмам «Принц и нищий», «Городской романс», «Два капитана», «Ксения, любимая жена Федора» и «Мама вышла замуж». Музыкальный деятель Роберт Бушков, который входил в состав Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», экс-государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Рок-музыкант Эдгар Уинтер. Также в этот день в мировой и отечественной культуре произошли следующие события. В 1946 году указом Президиума Верховного Совета СССР Московская государственная консерватория имени Чайковского награждена орденом Ленина. В 1953 году появился на свет один из самых популярных пианистов мировой эстрады Ричард Клайдерман.
1968 году в Хеллендейле прошел первый крупный рок-фестиваль на восточном побережье. В том же году вышел белый альбом Beatles. The Doors выпустили один из самых удачных синглов «Touch Me». What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. В 1995 году образовалась российская поп-группа «Руки вверх». Один из солистов группы Сергей Жуков – уроженец Димитровграда. Когда мы были... Программу «Утро нового дня» для вас провел Алексей Сорокин. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут. И каждый день в тебя готов я был влюбляться. А помнишь тот дом, мы с тобою вдвоем. И я тебе включаю самый первый мой альбом. За окном идет дождь, мы с тобой не спим. И ты мне говоришь, что я твой номер один.